Добрый день. Сегодня мы хотим вас познакомить со структурным подразделением научной библиотеки Института культуры сектора искусств. Общий фонд библиотеки составляет 22 024 экземпляра. Фонд библиотеки состоит из нот, это хоровые произведения, также произведения для симфонического оркестра, произведения для народных инструментов, произведения для фортепиано, персоналии, также есть учебная литература, научная литература, зарубежная литература, русская литература. Находится отдел по истории кино. Далее вы можете увидеть у нас книги по истории театра. Это мастерство актера, сценическая речь. Далее книги о театре, персоналии, также история зарубежного театра. Далее идет художественная литература, это драматургия у нас. Сейчас мы находимся в читальном зале, где занимаются наши студенты. Ну, сейчас мы переходим к нашей выставке, где находится уникальное издание. Это Бетховен, Вагнер, Прокофьев, Чайковский, Шостакович, значит, Рахманинов, Задерецкий, Римский-Корсаков, значит, Верди. Далее учебная литература у нас есть по хореографии, по музыке, значит, по вокалу, вокальной методике, фортепиано. Далее есть по народным инструментам у нас учебная литература. Также есть у нас и по хоровому исполнительству, значит, и по зарубежной музыке, значит, по истории театра, значит, мастерству актера-режиссера там есть очень много, по народному музыкальному творчеству, по фольклористике есть очень много. Библиотека выписывает периодические издания, это такие как балет, вестник русского балета, музыка, музыкальная академия, музыкальная жизнь, музыковедение, народное творчество, театр, фортепиано и многие другие. Уважаемые студенты, преподаватели, мы будем очень рады вас видеть в нашей библиотеке.